Застолье в селе Куболта Сенжирейского района закончилось поножовщиной. По данным полиции, 40-летний мужчина поругался с собутыльницами. Решить, кто прав, на словах не получилось, и в дело пошел кухонный нож. Им мужчина ранил одну женщину в область шеи, а другой изрезал лицо и руку. Потом он ушел домой и, по всей видимости, попытался покончить с собой, нанеся удар в область сердца. Всех троих госпитализировали. Полиция выясняет другие обстоятельства случившегося. Да.